В Таджикистане с 23 по 27 сентября текущего года пройдут Дни культуры России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Таджикистана. По данным источника, официальная российская делегация прибывает в Душанбе 23 сентября. В делегацию войдут Государственный академический танцевальный ансамбль «Алан» и ансамбль солистов «Московское трио» консерватории города Москвы. Официальная церемония открытия Дней культуры России в Таджикистане состоится 24 сентября в Государственном академическом театре оперы и балета имени Садриддина Айни. В рамках культурного мероприятия российская делегация также выступит с концертом в городе Нурике, сообщает Минкультуры. Для преподавания в таджикских учебных заведениях. Напомним, ранее в конце августа текущего года Россия отправила целую группу учителей для преподавания в школах Таджикистана, а также 60 тысяч учебников на русском языке. По мнению экспертов, данные шаги направлены на сохранение России своего культурного влияния в Таджикистане, а вовсе не из гуманитарных мотивов и искреннего дружелюбия.